дверь просела. Походу, надо подсобрать потом. Всем привет, друзья. Приехал в избушку. Время 10 часов вечера. На улице дождь поливает, капец. Затопил печку. Какое-то бревно. Это длинновато оказалось, блин. Не закрылось полностью. Сейчас прогорит, потом закрою. Маленько поддымливать сюда. Сейчас буду сушиться весь насквозь, сырой, пока добрался. Завтра у нас грандиозные планы. Будем начинать новую стройку. Решил я построить небольшую баньку возле этой избушки. Баню-землянку буду делать. Ну, такую полуземлянка получается. 1,5 на 1,5, наверное, выкопаю и метр в глубину, чтобы ее не затапливало. Как... Там 2 метра выкопал в глубину. Все, сразу бассейн может там устраивать. Да. Почитал ваши комментарии по поводу трубы. Докупил трубу, но колена не было в магазине. А вот колено еще потом найти. Погодка. Ну, обещали до 9 утра вроде дождик. Надеюсь, кончится. То зря приехал под дождем копать. Не айс будет. Раскинул, и нет ему дела до того, что спугнул деревню своим криком. Ушел обессиленный и мокрый пальцы ему ровно. Радио все-таки хорошая штука. Понял, как ждут себя вести. Даже где связи нету, можно хоть что-то послушать. Какое-то развлечение. Здесь интернета нету. Если только на телефон какой-нибудь фильм закачивать. Ложиться, наверное, сейчас буду. Отдыхать. Завтра уж приготовлю. Что-то накидал дров. Штук 5 поленьев, наверное, кинул. Что-то, блин, жарковато. Дверь не закрывают. А, пару полежков, наверное. Надо бы покрывало притащить, да, блин, утащит уже. Ладно, пока не холодно. Всем доброе утро. Время 9 часов. Дождик так и идет. Блин. Вот и верь синоптикам, да? В 9 часов должен был кончиться. Кого делать-то? Ну, блин, синоптики. Дождик плавно перешел в снег. Вроде плюсовая температура на улице. Мокрый снег. Да. Время 10 часов. Под дождем-то, ну, под мокрым снегом, блин. Не очень-то охота копать. Вымокаешь сразу же, практически, за 5 минут. Надо кофейку сварить. В лесу спится вообще отменно. Какая бы избушка ни была, лежанка. Но воздух
совсем другой, не то что в городе. Такая вот обстановочка у меня тут. Ладно, сейчас буду готовить тогда обед, завтрак, картошечку с тушенкой пожарю. Все равно делать-то нечего. По избушке тут все делать тоже такая работа на улице, которая доски заготавливает. Там под избушкой немножко есть, но толку-то от них. Ну, прогнозисты, а. Свежемолотый кофеек. Блаженство. Будем жарить картошечку с лучком. Думаю, даже без тушенки, наверное, вкусно будет. Заметает, заметает. Все, картошечка дожарилась. Пока я есть не хочу, оставлю на обед. Пойду все-таки сейчас копать, начинать. Вымокну, вымокну, что делать-то. Все равно снег лучше, чем дождь. Надо по-любому сегодня выкопать. Потому что скоро начнутся заморозки, все уже. Уже не покопаешь. Думаю, вот здесь сделать, чтобы далеко не ходить от избушки до бани. Вот в этом пятачочке сейчас расчищу. Главное выкопать, а уже там стены, пол, крышу, все бы можно будет делать и потом, когда уже заморозки будут, зима. Ну все, начало есть, конец-то будет, как говорится. Вышло 1.5 на 1.80 м. Пойдет. Вообще мне хотелось когда-нибудь построить баню по-черному, но баня землянки так не получится. Там тяги, наверное, не будет, если какой-нибудь подкоп только делать. Да, если у кого-то есть опыт по бане по черному, пишите комментарии, можно ли мне сделать из моей полуземлянки бани по черному. Прошел еще на штык, зашел в избушку. Почти 40 градусов жары. Это она еще при том, что даже не топится еще. Так, в режиме тления. Да. Обалдеть.
нормальная печка. Кому-то не нравится. Мне нравится вполне. Для избушки, для такой. А в гараже бы у меня еще такой. Почва здесь глина. Что-то копается потихоньку. Ну все, можете меня поздравить. Яма готова. Метр глубиной. Будет само то. Здесь домиком будет. Края еще надо подровнять, чтобы скаты сделать. Потом, сейчас пообедаю. Потом выкопаю еще ямки, водоотводы и лесенку. На сегодня будет достаточно. Ну все, кстати, синоптики не ошибались. Дождик кончился. Ошиблись, правда, только на полдня всего лишь. Молодцы. Спина что-то подустала. Сейчас по времени. Четыре с половиной часа копал. Нормально. Края уберу ровно, сделаю крышу, чтобы упиралась сюда, чтобы стекала вода. Фу. Вот такая вот красота получилась. Как кубик игральный. Ну, по углам 10 литров, сюда литров 40. Ну. 80 литров воды может уйти, если что. Посмотрим. Да мне кажется, не должно затопить. Скаты сделаю подальше. Ну, посмотрим, если вдруг затопит. Буду отвод тогда делать куда-то в сторону. Буду копать сейчас вход. Земляные работы закончены. Столбы я не буду ставить. Сделаю из досок стены. И досками тоже скреплю, чтобы не терялось пространство. Там мы сделаем печку. Зашел с дровами сразу к печке. Там лежанка будет. Дверь, конечно, по правилам надо делать, чтобы открывалось в эту сторону, но копать еще больше надо сделать туда, чтобы открывалось здесь. А. Пойдет. Сейчас буду собирать манатки. Выдвигаться до дома, монтировать видео. Думаю, завтра выпущу уже серию эту. А то заждались уж все полмесяца. Видеороликов не было. То дожди были, когда выходной выпадал, то работа эта, будь она неладна. Короче, свободного времени мало было. По возможности, в ближайшее время приедем, дальше будем строить. Сейчас заморозки вы это обещали, быстрее бы замерзло, чтобы вот этой слякоти вот это не было. Даже делать ничего не охота. Доски пилить будем. Пока избушка. А там мне писал кто-то, что я не поздоровался с избой, когда пришел в прошлом видео. Дымоход
Тюрка задел. Птичка не будет залетать. Ладно, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.